Ты чё несёшь? Амина, это правда? Нет, конечно, ты чё, я веришь? Я такое никогда не напишу! Близняшки – розовые лохушки. Жду не дождусь, когда их исключат из кампуса. Амина, за что? Что мы тебе такого сделали? Да не верьте ей, девочки, я этого не писала! Амина, я думала, что могу тебе доверять, а ты оказалась не той, кем кажешься. Мама идут. Девочки, у меня есть офигенная идея. Давай создадим команду чирлидерш. У нас что, будет своя форма, кричалка, помпоны и талисман? Конечно! Вау, это очень круто! А форма будет розовая? Да, потому что это будет очень стильно. Близняшки, наша форма будет точно не розовая. Вы уже надоели своим розовым цветом. Давай уговорим Амину хотя бы на розовые помпоны. Я думаю, она не согласится. Ну, попробуем хотя бы. Амина, привет! Как дела? Как настроение? Привет, девчонки! У меня все хорошо. Амина, а мы тут краем уха слышали, что ты хочешь создать свою команду cheerleaders. Это правда? Ну да, правда. У нас будет своя форма, кричалка, помпоны и талисман. А помпоны будут розовые! Девочки, мы еще не решили. Круто! А возьмите нас к себе в команду. Да, с гибкостью у нас вообще проблем нет. Началось. Девочки, извините, но мы вас не будем брать в свою команду, потому что наша команда уже собрана. Да, мест больше нету. Ну, пожалуйста, возьмите нас. Вам что, жалко, что ли? Вы не пожалеете, если нас возьмете. Вам же сказали, мест больше нет. Команда собрана. Чего непонятного? Если нам еще понадобится черлидерши, я вам скажу. Пойдемте, девочки. Вот коза мелкая. Если нам понравится еще две Венеции, я вам скажу. Ты что, они, получается, нас отшили? Получается, да. Так меня еще никто не отшивал. Да и пофиг мне на этот черлидинг. А мне не пофиг. Эта мелкая еще пожалеет, что не взяла нас к себе в команду. Эй, пацаны, вы че? Где деньги, Бабл? Какие деньги, ребят? Которые мы заработали. Они лежали на столе. Я ничего не видел, честное слово. Бабл, если ты сейчас не признаешься, то я тебя... Да не брал я никаких денег, чего вы пристали? Не хочешь признаваться, значит мы тебя сейчас обыщем. Ну-ка, выворачивай карманы. Не буду я ничего выворачивать. А ну выворачивай. Шариться при чем карманы нельзя. Гуфина. Можешь не стараться, все равно ничего не найдешь. Так, лузеры, что вы здесь опять делаете? Налейте мне лимонада, быстро. Кафе не работает. А ну стой. Совсем обнаглели. А вот и бабки. Эй, это мои деньги. Мне их мама сегодня дала на обед. Гуфи, у нас получается в команде крыса. Я не крыса. Баба, мы от тебя такого не ожидали. Тебе не говорили, что воровать нельзя. Это плохо. Ты чё, офигел? А ну верни деньги. Открывай рот. Открывай. Гуфи, он деньги сожрал. Все, теперь не докажете, что я крыса. Где Ку? Где? Он опять опаздывает. Я тебе говорил его не брать в команду. Бенс, позвони Ку. Алло, Ку, ты где? Бенс в ярости. Если ты сейчас не придешь на тренировку, тебе крышка. Чё? Короче, лузер, слушай и запоминай. Ты больше не в моей команде. Я тебя выгоняю. Чтоб больше не появлялся в зале. Увижу, тебе крышка. Понял? Все, тренировка начинается. Упор лежа и 200 отжиманий. Каждый. Прикинь, Бенс выгнал Кулу из команды. Да пофиг, так ему и надо. Он всегда нам бесил. Я больше не буду опаздывать на тренировке. Не хочу, чтобы Бенс и меня выгнал. А ну быстро достал деньги из своей пасти. А я не поняла, что здесь происходит? Почему вы не работаете? Боночка, прикинь, Бабл крыса. Я не крыса. Ну-ка, успокоились и вернулись на свои рабочие места. Ладно, Бабл, потом с тобой разберемся. Надеюсь, вы не забыли, какой сегодня день? Сегодня конец месяца, и мы поймали крысу. Санта крыса. А что мы делаем в конце каждого месяца? Выбираем лучшего работника нашего кафе. О, по-любому в этом месяце я стану лучшим работником, потому что я развез 231 заказ. Я в этом месяце стану лучшим, а ты, Бабл, крыса. Так, успокойтесь, я еще не определила, кто из вас самый лучший. И когда мы об этом узнаем? Прямо сейчас.
помощью мини-кухни Миниверс. Ого! Выглядят прям как настоящие! Давайте приготовим что-нибудь! Я уже проголодался от стресса! Бабы, это несъедобное! Их есть нельзя! Балбес! Тебе лишь бы что-нибудь сожрать! В ней много полочек, шкафчиков, специальная столешница, на которой можно готовить блюда, духовка и даже холодильник! Прикольно! Кстати, цвет стен можно поменять. А что мы сегодня будем готовить? Ваши блюда находятся в шариках мини-верс. А мне? А твой рецепт сюрприз находится в шкафчике. О, я буду готовить завтрак из хлопьев и молока. Так, по-хорошему прошу, налейте мне лимонада. Кафе закрыто! Ну все, вы сами напросились. Ой, я буду готовить сладкий попкорн. А мне попался кремовый пирог с печеньками. Готовить завтрак вообще на изи. Сначала добавляешь молоко, а потом хлопья. Чтобы получился сладкий попкорн, нужно взять обычный попкорн и залить его карамельным сиропом. И все. Твое блюдо уже готово? Почти. Осталось только добавить зефирки и отправить мой пирог в духовку. Пять минут в духовке и готово. О, готово. Да, мой завтрак готов. Ого, мне так понравилось! Что я хочу собрать всю коллекцию мини-верс, а я хочу все это съесть. Баба, тебе же сказали, что это несъедобное. Знаю, но выглядит аппетитно. Ну чё, Понка, я справился лучше всех с заданием. Так, все, лузеры, ваше кафе закрывается. Вы больше здесь ничего не будете продавать. А я вас предупреждала. Почему? Потому что вы не налили мне лимонада, а я, между прочим, администратор кампуса. Ладно, налейте администратору кампуса лимонада. Сто восемьдесят один, 182. Привет, Бенс. Привет. Как проходит твоя тренировка, а? Моя тренировка проходит всегда одинаково. Офигенно. Чё остановились? Продолжаем отжиматься. 183, 184. Так, лучше отжимайся. Короче, перейду сразу к делу. Я знаю, что я тебе нравлюсь. И ты можешь не делать вид, что это не так. Чё? Ты чё, думаешь, я не замечаю, как ты на меня пялишься все время? Если это так, то скажи мне прямо в глаза. Ты хочешь, чтобы я тебе сказал всю правду в глаза? Окей, ты мне не нравишься. И чё? А ничего. Я вижу по твоему лицу, что ты врёшь. Перед такой девчонкой, как я, любой парень не устоит. Даже ты. Короче, я всё сказал. У меня нет времени на эту пустую болтовню. У меня тренировка. И вообще, перестань за мной ходить. Да пошёл ты! Бенс, она что, опять к тебе подкатывала? Ну да, я ее отшил. Нифига, Бенс, у тебя все равно девчонки нет. Замутил бы с ней. Я сам знаю, с кем мне мутить, а с кем нет. Все, тренировка окончена. Блин, женский туалет. Мужского не успею добежать. Зря я 10 баксов съел. Лаура, ты уверена, что нам стоит это делать? Да, уверена. Тебе что нравится, когда тебя при всех отшивают? Не, не очень. О, кто пришел? Вот поэтому мы и поставим ее на место, чтобы она знала, что нас отшивать нельзя. Ручка есть? А, есть. Чего это Лаура с Гэбби задумали? А что ты собираешься писать в ее дневник? Ну, например... Стеф, тупая дура, никогда ее не считал своей ЛПшкой. А розовые близняшки уже достали ходить постоянно за нами. Так и мечтаю, чтобы их скорее выгнали из кампуса. О, а напиши тогда еще, что пазлы Найс, 2 шестерки Камиля. Классная идея, да. О, еще придумала. Я жду не дождусь, когда Камиль сделает предложение Мэнди и они поженятся. О, а давай добавим еще про Понг.
Понг, тупой бодозавр, который думает, что заправляет всем кампусом, а на самом деле просто обычная, стрёмная лузерша. Отлично, осталось собрать весь кампус и показать всем этот дневник. Ой! Кай, тут кто-то есть. Может, нас кто-то слышал. Кто здесь? Лаура, здесь нет никого. Но дверь была заперта. Может, просто ручку заклинила? Ну, окей. Пойдем. Чуть не спалился. Мэйди, мы в музыкальный зал. У нас репетиция. Я рада за вас. О, привет, Мэйди. Как дела? Отлично. Чак, ты что-то хотел? Мэйди, можешь меня выручить, пожалуйста? Встать вместо меня на охрану на часик. Мне нужно отойти. И куда это ты собрался? На целый часик. Мэйди, прикинь, рядом с кампусом открыли новую пончиковую. Там сегодня раздают бесплатно пончики на дегустацию. А ты знаешь, как я их обожаю. Бесплатные пончики? Да. Ну что, выручишь, ну, парни? Конечно. Нет. Иди на свое рабочее место и охрани кампус. Мэйди, почему ты такая вредная, а? Лея, стоять! Ты в этом месяце еще не сдавала деньги на фонд бездомных животных. Когда ты собираешься это сделать? Когда рак на горе свистнет, тогда я отдам! Эй, Нытик, че разнылся? Не твое дело, лузер, иди куда шел! Такой Нытик! Настя, вот ты где! Мы тебя уже обыскались! А че, пацанчик-то ваш разнылся! Не твое дело, лузер! Иди, Валера, сдавай свою пиццу, а то протухнет сейчас в рюкзаке! Настя, ты что, плачешь, что ли? Нет, просто соринка в глаз попал. Настя, я что, кто-то обидел? Нет. Да хорош, Настя, мы же видим, что ты плачешь. Что случилось? Меня родители забирают из кампуса, потому что мы переезжаем жить в Корею. Да, Настя, не повезло тебе. Будешь учиться в другой школе. А я не хочу учиться в другой школе, я хочу учиться в кампусе. Да ладно, Настя, не плачь. Пойдешь в другую школу, найдешь там себе новых друзей, и все у тебя будет нормально. Настя, а может, ты сбежишь из дома и будешь жить в кампусе? Мы тебя спрячем, а родители пусть уезжают в Корею. Нет, родители без меня никуда не улетят, и они придут за мной в кампус. Короче, Настя, я придумал план. Летишь в Корею, после школы устраиваешься официантом в какую-нибудь закусочную, копишь деньги, покупаешь билеты, возвращаешься назад к нам. Мы тебя будем здесь ждать, понял? Мальчики, срочный сбор. Да, будет важное собрание, на котором вы узнаете много чего интересного. Лаура, у нас вообще-то Настя улетает в Корею. Да пофиг вообще. Ждем вас через 15 минут. Да хватит, Настя, нытька, девчонка. Тебе сказали, все будет нормально. Итак, девочки, формы и помпонов у нас пока нет. Талисмана тоже. Давайте хотя бы кричалку придумаем. О, а мы уже придумали. Вперед, команда! Вы лучше всех! Верим в победу, в ваш этот успех! А чё, прикольно, мне нравится. Давайте теперь все вместе. Вперед, команда! Вы лучше всех! Верим в победу, в ваш этот успех! Ребята, что происходит? У нас вообще-то репетиция. Нас Лаура здесь зачем-то всех собрала. Лаура, ну зачем ты здесь всех собрала? Я вас всех здесь собрала, чтобы вы узнали правду. Какую правду? Лаура, о чем ты? А можно немножко побыстрее? Нам еще целый день лимонад продавать. А мне кампус охранять. Сейчас вы услышите то, от чего ваши уши свернутся в трубочку. Все вы знаете, что если девчонка ведет свой личный дневник, она туда записывает все свои секретики. Так вот, этот дневник Амины. О, ладно, пацаны, расходимся, это неинтересно. Стой, Камиль, тут про тебя тоже есть пару интересных строчек. Амина, откуда у нее твой дневник? Наверное, я его где-то оставила. Вы все думаете, что Амина самая добрая, самая милая девочка в кампусе. Но это не так. Она вам всем прет. Она вас ненавидит. И тут есть все доказательства. Лаура, ты что такое говоришь? Это неправда. Отдай быстрый дневник. Гуфи, попахивает жесткими разборками. Может, сгонять за попкорном? Подожди, ты сейчас все пропустишь. Может, ты уже наконец нам прочитаешь, что там написано? А то это все похоже на вранье. Лаура, начинай. Начнем с ЛПшки
Амины. Стеф – тупая дура, и я никогда не считала ее своей ЛПшкой. Ты чё несёшь? Амина, это правда? Нет, конечно, ты чё, я веришь? Я такое никогда не напишу. Но это же твой дневник. А чё там, про меня тоже что-то написано? Чак, ты можешь не орать мне в ухо. Ну что, перейдем к нашим близняшкам. Близняшки – розовые лохушки. Жду не дождусь, когда их исключат из кампуса. Офигеть! Амина, за что? Что мы тебе такого сделали? Да не верьте ей, девочки, я этого не писала! А про нас там тоже есть что-то плохое, а? Успокойтесь, баскетболисты, вы никому не интересны. Лаура, кто там следующий? А следующий у нас очень интересный персонаж. Пазл и Найс. Амина пишет, что Пазл и Найс шестерки Камиля. Ребята, это неправда, я вам отвечаю. Иди отсюда, лузер. Тебе-то откуда знаешь? Амина, что ты такое пишешь? Пазл и Найс мои друзья. Я от тебя такого не ожидал. Я этого не писала. Я вообще не знаю, откуда она это взяла. Да чё вы все ей верите? Отдай сюда мой дневник! Не-а, я еще не закончила. Ну, а теперь самое интересное. Лаура, я тоже хочу прочитать. Я сама. Жду не дождусь, когда Камиль сделает предложение Мэнди, и они поженятся. Амина, зачем ты это пишешь? Ты же знаешь, что меня Мэнди бесит. А вот ты меня не бесишь, чпунька. Я считаю, что Амина не могла такого написать. Лаура врет! Ой, а кто это у нас тут заговорил? Поночка. Про тебя тут есть тоже кое-что интересное. Понка – тупой ботанозавр. Думаю, что заправляет всем кампусом, а на самом деле обычная стрёмная лузерша. Амина, я думала, что могу тебе доверять. А ты оказалась не той, кем кажешься. Больше не приходи к нам за лимонадом. Амина, мы от тебя такого не ожидали. Ребята, вы можете мне не верить, но я про вас плохого ничего не писала. Вы мои друзья. А Лаура – врушка. Она бесится, потому что я ее не взяла в команду черлидиш. Хотя это уже не важно. А еще что-нибудь там есть? На этом у меня все. Габи, пойдем. Молли, а ты веришь Лауре? Даже не знаю. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и всем пока. Say no, not